И у нас есть винтовка или дробовик, что-то типа того, и пистолет. У нас есть гранаты, молотов, метательные ножи, гранаты и все. Погнали! А перед просмотром этого видеоролика сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и я начинаю. Давайте. Так, парни. Вот это точно. И всего 14 человек. Ладно. Надо убить. Так. Рад тебя видеть. Как дела? В смысле, они... Как поживаешь? Так. У нас опять эти штуки работают. Тогда, Здорово, брат. значит, смотреть, как это Здравствуй. сделать. Чтобы у нас не было День добрый. всякой разной хрени. Давайте вот так вот сделаю как-нибудь. Я не дострелил. Как дела, чувак? Давайте отключу Здорово. тогда ту. Она включена. А ту пока что я оставлю, я не знаю, как ее включить пока что. Потому что меня не достреливает оружие, если даже стрельну. Все, одна выключена. И уничтожить ее. На всякий случай. Вдруг чё? Так. Ну что ж, погнали. Проверим наше оружие. Так, тихо, тихо, не подпускаем никого. Раз. Помечаем, потому что бинокля нету. Четыре дофига. А, ну и 14, да. Че не могу. Давай. Они не метят почему-то. Ладно. Молодцы. Давайте я прикрываю, ребят. Мочите их. Чуть-чуть. Да. Мочи. Так. Я своего звонил сначала. Все путем. Сори. Пошли. Давай. Погнали. Господи! Погнал. Так. Тихо. Чёрт, еще кто-то. Давай. Все живы. Все. Такая вот миссия. Я не знаю, что бы было, если бы я не успел отключить сирену. Я не знаю, что бы было. Я просто не знаю. Но все же прикольно очень. Мне понравилось. Мне понравилось начало, как они туда приехали. Нормально, то есть уже союзники появились, все нормально. Задача выполнена, аванпост освобожден, тревоги не было. В общем, все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Если вам нравятся такие видеоролики про Far Cry 5, обязательно поставьте лайк и
подпишитесь на канал, да. И всем удачи, и всем пока.